Около 1000 выпускников в этом году получили высшее образование в Сочинском государственном университете по программам бакалавриата и магистратуры. Но, как сами признаются студенты, вуз дал им не только теоретические, но и практические навыки. 1500 студентов в качестве волонтеров были задействованы в последнем крупном международном мероприятии – чемпионате мира по футболу. Конечно, это великолепная практика. Это хороший тренинг, который позволил совершенствовать свои коммуникативные навыки, знания языков, технологии проведения таких мероприятий. Безусловно, это все очень важно для будущих специалистов. Ну и вообще в процессе обучения мы сейчас очень много занимаемся практикоориентированностью. В университете создано большое количество тренинговых центров. У студентов есть много идей и предложений. При СГУ создан даже Центр социального предпринимательства, который активно поддерживает один из крупных российских меценатов. Если это спорт, если это общественная деятельность, это волонтерство, это молодежная политика, наш университет все это поддерживает, поддерживает наших студентов, наши студенты путешествуют, наши студенты посещают всероссийские просто проекты, становятся их организаторами впоследствии. Инна Чарская окончила вуз с красным дипломом, получила в СГУ сразу две специальности – учитель начальных классов и преподаватель английского. Теперь собирается передавать полученные знания детям. И честно сказать, 5 лет пролетели как один день. Буквально вчера я помню нашу первую лекцию, помню преподавателя, и все казалось таким страшным и пугающим. А сегодня вот мы уже стоим здесь все и выпускаемся, все такие красивые. Конечно, есть небольшое волнение, все-таки новый этап, взрослая жизнь, но я думаю, что мы готовы. Полную готовность выпускников и их профпригодность подтверждает еще и тот факт, что Сочинский государственный университет выбран опорным вузом Краснодарского края. К тому же и Центр волонтерства вуза признан одним из лучших в России. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.